Женя Родионов, сын плотника, мебельщик из поселка Курилово, 77-го года рождения. Он оказался самым младшим из всех. Ведь он попал в плен не в результате боевых действий, а он пошел за водой на горную речку. И его там поймали и уволокли. А потом стали склонять, он не принял. И по крестику потом его нашли. Увидев на шее Родионова крест, бригадный генерал Хайхароев приказал снять его и обратиться в ислам. Стрелять не стали, просто он отказался снять нательный крестик и принять ислам. За это ему отрезали голову. Они даже гордились, что им... Они говорили, что он не хотел подчиняться. А мы не могли этого допустить. Он мог жить.